сумасшедшую овацию публики. Не звонкая, но такая глубокая, кроме того, что катается как кошка. Народ воспринимает секцию твизов просто на ура. Вот еще один дуэт, который в этом году резко прибавил. Вот как здорово. Крутилось 6 оборотов. Подструнное даже катаются и завораживаются катанием американцы. Madison and Zachary. Очень удачно подобранный саундтрек из фильма «Трон», знаменитой диснеевской ленты, но потрясающее впечатление производит еще и спортсмены. Очень круто. Они используют свои сильные стороны, что в коротком, что в произвольном. Они как будто катаются во сне.
Так только вот сны снятся, как они катаются. Как будто они идут по облакам. Такое тягучее, переходящее из элемента в элемент. Да-да-да, вот такая кантиленна они катаются. Переходят из одного в другой. И тут такая тишина, вы знаете, когда они катаются на тренировке, такая тишина, даже не слышно, как конек работает. И все это парочка тренеров. Все это, ну, троечка, наверное. Там еще не только Лазон, еще Роман Агинава. Ну да, хороши. Чудо как хороши. И тренеры, и их ученики. Думаете, Татьяна Анатольевна, из-за недосказанности, из-за нереализованности в качестве спортсменов получается вот такие феномены? Я вот тоже сама так работала. Да. Ну, да, кстати, так. Вот. Ну вот это... Все. Все понимаю. Да. Они сами, когда катались, они были очень изобретательны. Ну, тогда надо было вообще в очереди стоять, ждать, пока у них были лидеры. Хотя они катались не хуже лидеров. У них была большая разница в росте. Но у них были всегда у самих очень интересные программы. Если вы даже посмотрите те Олимпийские игры, где она упала, сорвалась, тяжелейшим образом разбилась, то программы, ну, просто сумасшедшие были. А вот теперь они работают не без конца и без начала. Им интересно, они молодые. И у них как бы... Ух, какие баллы! 108 баллов! За голову хватает партнер! 176,8 баллов результат!